29 мая, рыболовный клуб Савельева. Вот такой вот улов у Николая. Николай, вы на что ловите-то? Два опарыша, кукуруза, дип, слива, клубника, мед. Ага. Вот. Ну вот результат, и вижу. Одна форель. Форель, смотрю, одна форель залетела. Тихо, тихо. Одна форель, да нормально, тут завязано. Ясненько. Ну так, в целом, рыбалочка как сегодня? Рыбалка сегодня супер, но сосед. Сосед. Уйдет, уйдет рыбка сейчас. Не уйдет, тут завязано. Ясно. Ну ладно, продолжайте, не буду отвлекать.